31-летняя Мария Погребняк рассказала, как питается на курорте. Супруга известного футболиста следит за фигурой и не допускает срывов с диеты. Модель соблюдает особый режим питания во время отдыха. Он отличается от домашнего рациона. Однако ни на курорте, ни дома Мария не употребляет вредную еду, мучное и сладкое. Погребняк имеет несколько вариантов питания для каждого приема пищи. Это позволяет разнообразить рацион. Завтрак – фрукты с натуральным йогуртом плюс зеленый чай или яйцо отварное, омлет, яичница, плюс свежевыжатый сок, поделилась рецептом дизайнер. Супруга Павла Погребняка всегда пьет 2 стакана воды за 20 минут до еды. Так организм лучше усваивает пищу. На обед я ем суп овощной плюс рыба, морепродукты, курица, с салатом из овощей. Заправка – лимонный сок, пояснила Мария. Многодетная мама никогда не запивает пищу. Она пьет воду лишь через 30 минут после еды. На ужин Погребняк ест белок. Это может быть рыба, курица, индейка или креветки с тушеными овощами, сообщила блондинка. Мария полностью отказалась от хлеба. Его она заменяет диетическими хлебцами. Вместо конфет и мучных изделий Погребняк восполняет дефицит сладкого с помощью сухофруктов. Она не ставит себе жестких ограничений в диете. Это помогает сберечь фигуру и избежать срывов. «Конечно, я могу съесть торт и хлеб, но редко. Не вижу в этом смысла», — подытожила модель. Ранее Погребняк рассказала, что отказалась от сахара, чтобы сохранить красоту кожи. В дерзком наряде модель стала звездой показа. Недавно Мария призналась, что забыла о собственной свадьбе.